что делать? Память ведьма злая, и не забудешь времена. Пожарище вороньи стаи недавно кончилась война. Когда, тоскуя об утратах, пересчитали всех живых, и вот конец пятидесятых сменил конец сороковых. И было все, и мор, и голод, но нам поставят всем вину, что мы тогда ходили в школу и не успели на войну. Выходит так, что не успели, остались где-то в стороне войны свинцовые метели и лагеря на Колыме. Мы стали взрослыми до срока в победной лихорадке дней, и музыка плыла из окон вдоль улиц и очередей, и мы тихонечко запели. Нам в пальцы врезался металл от почерневшей канители. Фанерных шиховских гитар теперь поют совсем другие, нейлоновые голоса. А нас все носит по России сквозь часовые пояса. Пусть кое-кто пожмет плечами, мол, семиструнный лад не тот, играй, Адель, не знай печали. Теперь так вряд ли кто споет.